Детский сад – это этап дошкольного образования, через который проходит абсолютное большинство детей. В России существуют самые разные варианты детских садов со своими отличиями в организации и образовательных программах. Детский сад «Саният» – один из тех учреждений дошкольного образования, который может предложить родителям особое внимание и уход за их детьми. Сегодня достойной альтернативой государственным детским садам являются частные детские сады. Частный детский сад «Саният» – это атмосфера тепла, а для детей это получение образования, групповые индивидуальные занятия. Видеонаблюдение дает возможность родителям и администрации садика наблюдать игры детей в помещении и на улице, смотреть, как организован процесс и осуществлять контроль. В организации педагогического процесса большое внимание уделяется воспитанию коммуникативных качеств, воспитанию самообслуживания, ознакомлению детей с основами безопасности жизнедеятельности. Здоровье детей – это основополагающая ценность, чему в подобных садиках придают огромное значение. Режим дня, ежедневные прогулки на свежем воздухе и сбалансированное четырехразовое питание – все это в совокупности позволяет укрепить здоровье детей. Детский сад «Саният» – это небольшие группы детей. Это возможность индивидуального подхода. Это возможность организовать более широко работу с родителями. При обращении в государственный детский сад, чтобы устроить туда ребенка, родители сталкиваются с тем, что там не всегда есть свободные места. Да и качество государственных детских садов оставляет желать лучшего, поэтому все больше родителей с каждым годом останавливают свой выбор на таких частных учреждениях дошкольного образования, как «Саният».